Итальянские левые во главе с Маттео Ренци проиграли прошедшие в стране парламентские выборы. Правящая демократическая партия смогла набрать лишь около 20% голосов и в результате будет вынуждена перейти в оппозицию. Для партии, которая находилась у власти в Италии последние 5 лет, провал был предсказуемым, но от этого не менее болезненным, отмечают наблюдатели. Для всех нас очевидно, что это поражение. Мы показали слишком низкий результат, значительно ниже, чем ожидали, заявил Маурицио Мартино, один из лидеров демократической партии и последовательный сторонник бывшего премьера Италии Маттео Ренци. Впрочем, именно Ренци несет на себе большую долю ответственности за поражение демпартии. Многие в Италии обвиняют бывшего премьера в том, что его политика привела к расколу левого центра. Впрочем, это не помешало ему самому баллотироваться в итальянский сенат. Прошедшие выборы ознаменовали собой новый поворот в истории демократической партии. Что же теперь будет делать Маттео Ренци? Покинет ли он пост председателя партии или, наоборот, возглавит оппозицию в новом парламенте Италии? Пока у наблюдателей больше вопросов, чем ответов.